Всем привет! Вы на канале Ева ТВ. И сегодня мы будем открывать супер яйцо. Яйцо у нас не простое, а просто огроменное, ребята, посмотрите. Ого! Это что за яйцо у нас такое здоровое? И в нем супер сюрпризы. Давайте посмотрим наше киндер супер яйцо. Здесь у нас на яйце семья Барбоскиных. Ева, ты смотрела этот мультик? Да. Тебе он нравится? Да. А кто тебе из Барбоскинов больше нравится? Наверное, Роза. Роза? А Роза это кто? Это девочка, она вот. И у нее розовое платьишко, да? Угу. А почему она тебе больше всего нравится? Ну, она красивая. Ясно. А кто тебе еще нравится из Барбоскиных? Никто? Давайте посмотрим, что же за сюрпризы в этом супер огромадном яйце. Ева, давай, доставай. Давай. Итак, Ева достает первый сюрприз. И нам О, Ева, это твой самый любимый сюрприз. Еще раз скажи деткам, как ее зовут? Роза. Роза? Давайте детям покажем поближе розу. Вот смотрите, у нас вот такая попалась роза. Так, у нее ручки у нас, ручки не крутятся. Еле-еле совсем. Ножки крутятся. Вот такая вот красивая у нас роза. Глаза зеленые. И волосы вот такие вот. Фиолетовый, как вся она сама, да? Угу. Ну, в мультике у нее не фиолетовый, у нее белые. В мультике у нее белые волосы, да? Да. Угу. Значит, здесь она чуть-чуть не в своем образе. Как ты думаешь, Ева, куда она собралась? Дай-ка посмотрю. Она, наверное, что-то собралась на кухню приготовить, поэтому надела фартук. А давай посмотрим, что у нас там еще за сюрпризы в нашем супер огромадном яйце. Доставай. Этого? А давай посмотрим. Давай детям покажем, кто нам попался. Ну, судя по надписи, его зовут Тима. Хотя мы точно не знаем. А давай, Ева, мы у деток спросим, как зовут этого Барбоскина. Вы, детки, если вы знаете, как зовут этого Барбоскина, напишите нам в комментариях, а мы обязательно прочитаем. Какой у него спортивный костюм, да? Угу. Голова у него поворачивается. Вот, обувь такая спортивная, кроссовочки белые. Он собрался, наверное, заниматься спортом. Вот, гимнастику будет делать. Левой, правой, левой, правой. Делаем гимнастику. Дети, не забывайте делать гимнастику. Она очень укрепляет ваше здоровье. А он еще может стоять. Давай, Евочка, посмотрим, что у нас там за сюрпризы дальше. Это Гена. Гена, нам попался Барбоскин Гена. Давайте посмотрим. Смотрите, он оделся очень тепло. Одел шарф. Вот такие вот у него очки. Голова у него крутится тоже. Ну, не сильно. Ага. И руки тоже у него вращаются. Вот такой Барбоскин Гена. Ева, а ты когда смотрела последний мультик Барбоскиных? Гена что делал в этом мультике? Переливал? Угу. Какой-то напиток, да? Или воду? Нет, у него есть такая специальная машина, как будто это стол Гены. Угу. Он так достает и сюда там, включает ее, поставляет горшочек с цветами и там что-то льется. А, у него специальная машина для поливки цветов, наверное?
Вот чем наш Гена занимается. Он поливает цветы. Ну давай поставим нашего Гену рядом с нашими двумя предыдущими героями. Да. И теперь мы посмотрим, что же у нас там дальше. Доставай. Какой сюрприз нам попадется? Ну, этого я точно не помню. Ты не помнишь его имя? Да. Давай покажем деткам, может, детки вспомнят. Скажите нам, как зовут этого Барбоскина? Если вы знаете его имя, напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что мы совсем не знаем его имени. Да, как у него. Да, вот у этого Барбоскина мы не знаем, и у этого. Потому что в мультике редко говорят их имена. Так что если вы напишите нам в комментариях, мы будем очень рады. А пока давайте посмотрим, смотрите, какие у него красивые ушки, голова у него. О, вот так поворачивает голову. Вот так тоже делает зарядку, да? Угу. И маечка у него не простая, а с рисунком. Вот. Ну давай поставим нашего Барбоскина рядом с Розой. И посмотрим, что же у нас дальше. Мне кажется, там еще много сюрпризов осталось, да? Угу. Давай посмотрим. Это малыш, его зовут Малыш. Малыш? Да. Ну хорошо, мы этого Барбоскина знаем, как зовут, да? Да. Его зовут Малыш. Посмотрите, ребята, какой нам симпатичный малыш попался. С такими ушами здоровыми, да? И еще он показывает на что-то. Вот так пальцем. Или, может быть, он о чем-то хочет подумать. Он что-то, наверное, вспомнил. Ева, а малыш что делает в мультфильме? Он все время купается там. Еще он играет кораблик в ванне. Кораблик играет в ванне? Да. Он любит купаться, значит, наш малыш, да? Ну давай поставим его рядом с нашими Барбоскиными и посмотрим, какой сюрприз нас ждет дальше. Ева, доставай. Сюда поставим нашего героя. Это зайка. Зайка? Малыша. А, это игрушка малыша, да? Да. Это его зайчик. Вот такой зайчишка нам попался. Посмотрите, детки, у него щечки румяные. Голова поворачивается тоже. У всех наших сюрпризов поворачивается голова и вращаются ручки и ножки. Вот, они все умеют стоять. Давайте поставим нашего зайку рядом с нашим малышом. Ева, ставь, чтобы он не падал. А ты знаешь, он все время ругает зайку. Он ругает зайку? Да. Малыш? Да. А за что он его ругает? Потому что он... Вот это его майка, это Розина майка. Она потом закричала, Роза. А потом он сказал, малыш... Это зайка сделал, и он... Наш зайка упал. И он его ругает. И он его ругает за то, что он взял Розину майку, да? Да. Еще без спросу. Угу. Смотрите, детки, никогда не берите ничего без спросу, чтобы вас никто не ругал. А давайте посмотрим, что у нас за сюрприз еще остался в нашем супер-яйце. Доставай, Ева. Это Лиза. Это Лиза? Да. А это чья-то сестричка? Да. Наверное, ее. Да, ее. Ее сестричка, да? Ну, давай покажем деткам нашу Лизу. Она веселая. Такая вот у нас Лиза веселая. У нее такое оранжевое платьишко красивое с юбочкой.
башмачки фиолетовые. Ручки у него так раз и раз вот так опускается. Она так улыбается красиво. Давай поставим нашу Лизу среди наших героев. А что-то не стоит у нас. А, вот стала. Стала. Ну что, у нас там остались какие-то еще сюрпризы в нашем супер-ите? Да, остались. Давай посмотрим. Доставай. Это мама. Мама? Да. Это мама Барбоскиных. Вот, такая мамочка нам попалась. У нее такое красивое платьишко, кофточка черненькая. И вот такой у нее строгий взгляд. Мама, наверное, у нас строгая очень. Да? Угу. А мама что делает в мультике? Ну, она поругала вот эти. Это мама. Ее детки, да? Да. Они притворились маленькими. Потом они все сбросили, стол сбросили, стулья сбросили, цветы сбросили. И потом она их наругала. А, они беспорядок устроили, да? А мама их за это наругала, да? Угу. Видите, детки, беспорядок устраивать плохо. Если мы творим беспорядок, нас будут ругать наши родители. А у нас остались еще сюрпризы. Давай нашу маму поставим среди Барбоскиных. Ой, яйцо катится. Давай я подержу. А ты бери нашу маму и ставь среди Барбоскиных. Она у меня сегодня... А, это не ставится. Давай, доставай. Наверное, это наш уже последний сюрприз будет, да? Да, последний. Это папа! Это папа! Смотрите, дети, это папа! Какая у него красивая одежда! И очки! Папа, наверное, у нас очень умный. Ева, что папа делает у нас? Он читает газеты. А, поэтому у него очки. И поэтому он очень умный, что читает много газет, да? Да. Угу. Давай же с ними поиграем. Давай, Ева, поиграем. Ты кого хочешь взять? Вот эту. Твои самые любимые, да? Да. Давай, что она будет делать? Она, наверное... Мама всегда ест сладости. Сладости есть? Да. Давай представим, что наша мама Барбоскина... приготовила сладости. И Роза будет их кушать. И еще Лиза у нас есть сладости. Еще Лиза есть, да, сладости? Да. Ну давай наша мама приготовит, а Лиза и Роза будут это все кушать. Давай, я делаю вместо мамы, потому что она у нас не настоящая. А что ты делаешь? Наверное, арбуз разделяю. Арбуз разделяешь? Да. Мама наша будет готовить сегодня арбуз. Это не арбуз. Это зеленый арбуз. Ну давай, это будет что-нибудь другое. А что? Что бывает? Зеленое киви бывает. Давай. Наша мама купила в магазине киви и принесла киви Лизе и Розе. Еще тут лежат некоторые конфеты. Угу. Маленькие конфеты. Угу. Они у нас любят, Роза и Лиза, сладкое поесть. Поэтому мама готовит им конфеты, да? Да. Она изготовила конфеты и киви купила. Вместо мамы Барбоскиной Ева приготовила конфеты и киви. И сейчас будет угощать Розу и Лизу. Сейчас, как будто она пока делает. Нет. Мам, дай нам покушать. О, а я вам как раз приготовила.
О, конфеты. Все рассыпали, все конфеты. Наверное, сейчас папа придет и наругает их за то, что они устроили беспорядок, да? Давай это все убирать, пока папа не пришел. Ой, папа уже идет. Папа уже идет. Папа пришел, но он увидел, что беспорядок убрали девочки и не стал их ругать, да? Они пока тут еще не убрали, вот. Не убрали. Ну ладно, он их наругает. Наругает и поставит их в угол, да? Нет, мама лучше пришла. Лучше мама у нас придет. Что же там беспорядок? Ну-ка в угол. Ну-ка в угол. Вставайте. Девочки стали в угол за то, что они натворили беспорядок. Давай ее кого-то придавила. Вася, стой. Давай. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!